О, пойдем туда налево. Сразу таблеточку в себе. Там? У меня вызели. А у меня и бупрасия на пачку. А у тебя он сколько действует? 500. А-а-а, так 12 использовали. Круто. У меня там вроде тоже валяется. Ну, я штук 6 находил. Мне вот интересно, что дороже, 60 БТшек или... О, ясно. Или... Окей. Игра знает, что я хочу, она дала мне еще 49 БТшек. Она понимает, что... Тут я начинаю стрелять. У меня есть охотничье православное ружье. Православное? Православное. Оно еще и промысловое. Ой. Я пытался бежать на корточках. Я канистру взял с собой большую. У меня уже перегруз. Я ее скорее всего скину, она огромная и к тому же стоит столько. Ну типа это много, но за такой вес и размер. Я понимаю, я не фастфакбой. О, там снайпер наверху на это бегает. Думаешь, он может нас убивать? Это ты? Да, это я. Бля, стреляешь в 5 метрах, а я не понимаю, что это ты. Мне кажется, что это, знаешь, где-то вдалеке настройки. Я его убил. Молодец. В компьютере один кулер. Ощущение, что это вдалеке настройки, там где-то кто-то потихоньку, там откуда-то, из чего-то. Можем зайти в здание, тут лута до хрена. Приду в схрон, праздновать буду. Если выживу. Это ты бегаешь? Нет. По металлу? Кто-то ходил по металлу. Так у меня здесь ходит. У меня. Убил. Чел в атаке. Дверь закрыл. Да. Где? У меня на лестнице. У меня на лестнице. Простреливать пытается. Убил. Ну! Сюда! Он упал вниз. Это я. Да, понял. Он, по-моему, в шлеме килла, нет? А второй просто с атакой. Он вышел, я ему голову поставил. А вот так, спас. Я прячусь, короче, в норку обратно. Он либо... Видите, какой большой РПК. Так, я устаю. О. What the fuck is this? У этого... Ну, шлем киллы, да. Атака. Я его в шлем, кстати, убил. Я тоже своего в голову убил. О, у этого еще и броник киллы. Как думаешь, им обидно? Я думаю, нет. 2000 years later. Все. Где выход-то? Вот здесь вот он. Я вышел. Изи. Как говорится, крабика жалко. Но видос не с крабом. Мышь. Ну и чё, мышь, типа. Мышь и мышь, ну живет она в толкане, ну плавает она там свободно. Мышь, типа, ну чё. Ну крадет он твои орешки, как только сядешь. Хорошо хоть, ну е-мое. Хорошо, хоть не изменил. А, оби, кстати, изменил. А, там же еще дико. Не, ну... Нормально, мы и силу качаем, и выносливость качаем, мы все качаем. Мы кочки. Ушел. Таблет. Что семен быстро кончается. Эх, я помню, как Витя застрял. Я даже до сих пор не понимаю, как так могло произойти. Ты его туда запихнул. О, вон слева можно пройти. О, там дикий перед нами. Ладно, пусть бежит. Почему при включении электричества нельзя пользоваться всякими дверями по типу вот этих? Ворот, они же электрические, закрываются, открываются. Да ёп, я уж надеялся, что ты упустил хабар. А ты так сказать не... О, движок. А ты так сказать не растерял хватку.
так синхронно драфнули. Почему нельзя украсть обогреватель или сдать его какому-нибудь механику или прапору лично продать в пользование? Или стремянка. Ну стремянка-то она большая, вот обогреватель его. Ну, на спину повесил, пошел. Почему тогда уж нельзя это просто все в принципе? Вот эту вот каталку. И знаешь, перемещаться на ней. Да, и перемещаться, когда перегруз. Поехал. Я сижу, жду, пока он поднимет. Я же сказал, а, тут кто-то был. Или это ты вот. Там дикий сайт. Тут тыл ящик вот там. Нет, я не знаю, я выбежал уже. Я тоже. Мы просто побежим. Ты будешь брать трубку-то, не? Нет. Дикий, ты где? Да вон он. Бля. Я вижу. Он умер. Дикий минус! Ты на луче. Трубка. Да, прям вот тут валялся. Но я побежал. А я магазин передавил. Это что за стрельба? Да, я. Это ты у забора, да? У забора, да, я. Надеюсь, ты меня видел. Ну, да, это я. Да. По кому ты стрелял? По воздуху. Мне нравятся звуки выстрелов Глока. Да убил воздушного элементаря. Да, когда не можешь перепрыгнуть в забор. А, тут нету выхода-то, ё-моё. А я уже магазин расстреливаю. Подожди, у какого забора ты? Ты у дерева сейчас? Нет! У синего забора враг. Понял. Подхожу со стороны по МЧС вдоль забора. Я его убил. Бля. Я думал, на по МЧС есть выход, и я туда бежал. Дурачок, блин. Я жду тебя у забора, я вижу. Вон, я вижу тебя. Ага. Я думал, это ты стоишь. Да не, какой я налево. Лутаю челика. Второй лэвел. Чего нет? Ну как ты их доходишь? Начальный лут. Просто аннигилировал с МП5. О, патрончик. О, сачок. О, DVD. Откуда взял? Да. О, нифига! У него еще и в рюкзаке вещички есть. Паракорд, СРМП. Мне показалось, что по нам привели лазерную каску, ну ладно. Это, видимо, блик или что-то. Ты посмотри, какой огромный арамид. Ну нет, я не такой огромный. Я такой огромный. ИЖ-125. Такого нет, наверное, но пофиг. И в моей вселенной будет. Создал вселенную по типу Marvel. ИЖ-125. Да. Да вот здесь же должна быть. Да дальше. Вот маленькое дерево. Вот. Не, ну со временем как-то начинаешь понимать, что эта карта действительно богата на лут, но правда в саму ультру заходить это говно. Ну чё, мы там побегали, выжили. Алло? И всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, увидимся в новых сериях.